Доброго времени суток! Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам о белых раджах. Итак, живописую вам этнографическую, географическую и хронологическую палитры. А речь у нас пойдет о северном Борнео Сараваке. У нас в русской транскрипции принято называть это место Калимантаном. Жители Борнео относятся к обширной группе племен под названием Даяки. По-малайски это значит «язычник» или «анимист». По этому определению можно понять о тогдашнем развитии даяков. Племена приморских даяков называются ибаны. Они появились на севере Борнео примерно в 16 веке. Ибаны встретили на этих реках лишь разрозненные родственные им по происхождению племена и постепенно ассимилировали их или вытеснили из речных долин. Лет через 200 ибаны уже контролировали большую часть Саравака, за исключением прибрежных районов, где были малайские поселения. Ибаны разводили рис и охотились. Жили они в длинных домах, где размещался весь род или небольшое племя. Чем-то по укладу они похожи на Иракезский союз. Также ибаны были охотниками за головами. До недавнего времени юноша ибанов не мог считаться мужчиной до тех пор, пока не приносил домой голову врага. Там же, кстати говоря, они и хранили эти замечательные трофеи. Выйдя из рек в море, ибаны скоро освоили мореходство настолько, что вошли в историю как морские дьяволы. И это название сохранилось за ними в литературе до сих пор. Когда небольшие лодки прау ибанов стали выходить к побережью, чаще всего во время войн между племенами или набегов на врагов, малайские вожди начали использовать ибанов в своих интересах. Они указывали воинственным даякам, куда направить лодки, и забирали у них добычу, так как ибаны не интересовались ни шелком, ни пряностями. Для них главной ценностью были медные котлы, соль, оружие и головы врагов. Узкие проливы между лесистыми берегами Малакки, Борнео и Суматры более 2000 лет были оживленной торговой дорогой, вдоль которой создавались и гибли десятки государств, по которой шли грузы из Римской империи в Китай, пряности с Малуксских островов, товары из королевств Явы и Суматры, Цейлона и Индии. И испокон веку жители прибрежных районов, торговцы и отличный мореплаватель не гнушались пиратством. Пиратство не было предосудительным занятием, как не было позором в средневековой Европе напасть на владения соседнего феодала. Государства в этих местах порой боролись с пиратами, порой покровительствовали им. Пираты были неотделимы от торговли. Они являлись, по выражению малайского хрониста, блохами на собаке. А какая собака без блох? Перед появлением в этих местах европейцев пиратов держали в узде малакские султаны и другие государи. Однако португальцы, а потом в еще большей степени голландцы, нарушили привычное равновесие сил. Голландцы, упрочивая свое господство в Индонезии, уничтожали местное правительство и вносили дезорганизацию в веками установившиеся отношения. Положение усугубило аналогичная деятельность нового колониального хищника – Англии. К 1820 годам положение в проливах стало настолько серьезным, что европейцы не на шутку встревожились. К тому же в 1830-х годах из-за плохого управления наместника брунейского султана в Сараваке произошло много восстаний даяков, в результате которого малайская знать Брунея сохранила власть лишь над административным городом Саравака, городом Кучингом и небольшой его округой. Вот с этими даяками впоследствии столкнулся наш будущий герой, властитель северного Борнео Джеймс Брук, основатель династии Белых Раджей Саравака. Он был сыном колониального судьи, провел детство в Индии и любил Азию больше, чем далекую холодную Европу. В 12 лет мальчика, как было принято, отправили в Англию, чтобы воспитать из него настоящего британца. Однако монохромная, чопорная историческая родина юному Джеймсу очень не понравилась. Из школы он сбежал, а при первой же возможности вернулся в Индию, где получил патент офицера армии Ост-Индской компании. Храбро воевал, был тяжело ранен и в 33 года оказался в отставке неудел. Попробовал заняться морской торговлей, не обнаружилось коммерческих талантов. Несколько лет спустя уже не очень молодому лузеру вдруг досталось солидное наследство – 30 тысяч фунтов. Вместо того, чтобы жить-поживать да ренту проживать, Брук потратил все свое состояние, купив списанную с королевской службы военную шхуну «Роялист» и отправился охотиться на фортуну.
Она поджидала героя на Малайских островах, где султан Бруны никак не мог совладать с бунтовщиками и пиратами. Брук предложил монарху помощь. Огнем корабельных орудий, штыками и саблями британец навел в стране порядок. Мятежников разгромил, пиратов расчехвостил. В благодарность султан назначил триумфатора губернатором беспокойной провинции Саравак. А потом, в 1842 году, подарил эту область полезному иностранцу в личное владение. Так появилось восточное государство с раджой-англичанином. Страна была не сказать, что большая, но и не маленькая. 100 тысяч квадратных километров, 500 000 жителей. Между прочим, 7 Великобритании, но я остров Великобританию имею в виду. Это событие не могло не обрадовать правительство и ее величество. Зона британского влияния расширялась. Брук получил рыцарство, должность губернатора, орден бани и разные прочие плюшки. Вот одна из них перед вами, пожалуйста, к рыцарскому званию прилагался еще вот этот вот герб с барсуком. Ну, созвучное название барсука и фамилии Брука, хотя пишутся по-разному. Он и в дальнейшем продолжал доблестно сражаться с морскими разбойниками, работорговцами и охотниками за головами, которыми кишели джунгли новой страны. Ну, в смысле не головами, а охотниками. Брук был человеком крутого нрава, но твердых правил. Если вводил законы, то свято их исполнял. Заботился о подданных, не позволял чужеземным промышленникам наживаться за счет туземцев. При этом сэр Джеймс слыл изрядным оригиналом. Сейчас приведу пример. Существует описание суда, который раджа устроил над крокодилом, слопавшим придворного переводчика. Бедняга с пьяну свалился в реку. Преступника поймали и привлекли к ответу. Рядом с монархом восседала его неизменная спутница орангутаниха Бетси. Брук выслушал показания сторон, записал в протокол решение и огласил его. Обвиняемый приговаривался к немедленному умерщвлению и погребению без военных почестей. Голову преступника отделить от туловища и выставить предостережение всем хищникам, обитающим в этих водах. У основателя династии не было детей. По этому поводу ходили и до сих пор ходят разные слухи. То ли он придерживался нестандартной ориентации, то ли в свое время был ранен в неудачное место. Но, возможно, он был максималистом и просто не встретил свою единственную девушку. Ну вот я же романтик. Ну а другие варианты его просто не устраивали. Я вот так вот считаю. Так или иначе, за отсутствием сына царство он завещал племяннику Чарльзу. Белый раджа номер 2. 1829-1917 оказался правителем еще более толковым. Он окончательно искоренил пиратство, работорговлю и кровожадный спорт лесных головорезов. Организовал гражданские службы, запретил капиталистическую эксплуатацию, кстати говоря, он именно так это и формулировал, учредил парламент, построил железную дорогу. Статус британского протектората позволял стране обходиться без регулярной армии. Большое облегчение для бюджета. А в начале 20 века на Сараваке обнаружили нефть, что, конечно же, сразу же сказалось на уровне жизни. Вообще-то Чарльз Брук – это человек интереснейшей судьбы. Рассказ у нас не о нем, но, тем не менее, пару слов я скажу. Это прирожденный авантюрист. В 12 лет он убежал из школы и поступил юнгой на корабль. В 15, будучи матросом, впервые стрелял по ебанам. В отличие от Джеймса, Чарльз Брук был не образован, не отесан, не любил речей, приемов и прессы. Он согласился уехать в одну из крепостей в стране ебанов и там создавать могущество будущей державы Бруков. Ну, так вот он начинал, в общем. Сидя в одиночестве в крепости и хорошенько поразмыслив, Чарльз придумал лозунг, которому решил следовать. «Только дояк может убить дояка». Целый год он разрабатывал новую тактику, набирал и обучал современному бою отряды. Пробный поход должен был состояться против ибанов одной из далеких рек, которые совсем недавно пришли из внутренних областей острова и еще не сталкивались с европейцами. Вся их вина заключалась в том, что молодому радже нужна была тренировка для будущих походов и добыча, чтобы наградить союзников. Союзным ибанам было дозволено отрезать головы врагам. Половина добычи, захваченной в деревнях, предназначалась молодому радже. По возвращении из похода он устроил аукцион, на котором продавались золотые украшения, медные котлы и другие трофеи. Из этих средств Брук платил своей малайской гвардии. Чарльз добился того, чего не смог сделать Джеймс. Дояки убивали дояков и руководили этим англичане.
Цинизм британского колониализма здесь просто беспределен. Кстати, чудовищная практика поощрения англичанами ибанского обычая охоты за головами продолжалась еще очень долго. Еще японцы застали этот милый местный обычай. Ну, в общем, такой вот затейник был Раджа номер два. Брук III по имени Вайнер 1874-1963 оказался в династии последним. Он окончил Кембридж, получил от Георга V право именоваться высочеством, во время Первой мировой войны оказался более британцем, нежели саравакцем, служил инкогнито в лондонской зенитной части. За время своего четвертьвекового правления Вайнер немало сделал для своей маленькой страны. Она неплохо существовала за счет нефти и каучука. Правительство продолжало оберегать жителей от чужестранных напастей. В Саравак даже не пускали христианских миссионеров. Но это-то и понятно, потому что англичане же протестанты, они на дух католиков не переносили. Перед Второй мировой Раджа наделил парламент властными полномочиями, отказавшись от самодержавия за хорошую денежную компенсацию. Вот какие, оказывается, бывают мирные революции. В 1941 году все закончилось. Пришли свирепые японцы, остро нуждающиеся в нефти и нефтепродуктах, и оккупировали сказочную страну. Раджа уехал в эмиграцию, да так на трон и не вернулся. Передал свою державу британской короне, а за это стал получать солидную пенсию. Ну, деньги любил человек, ну а что такого-то? В 1963 году Саравак сделался частью Малайзии. От царства белых раджей остались только почтовые марки. Кстати говоря, очень большая филателистическая редкость. Все мечтают о такой марке, филателисты в смысле. Ну а на этом у меня все на сегодня. Будьте здоровы, люди, берегите себя. Мира вам и мира всем нам.